Народ, всем привет! Сегодня 7 мая в деревне. Полным ходом весна. Солнышко такое хорошее. Смотрите, сегодня я вам покажу вещь старинная, цены немалой. Очень удивительную штуку показал мне отец. Кто знает, напишите в комментарии, что это такое. А я потом расскажу, что это такое. Сделано. Вот так вот крутится. Это жернова, самые настоящие старые жернова. Вот они. Сколько здесь вот зубьев на нем набито. Это очень старинная вещь. Это еще дедушка эту штуку делал. Вот и от времени оно ее повело просто.